Итак, вдогонку к видео предыдущему о том, что не работает режим без звука в прошивках 9.5.8.0 и в девелоперской 8.8.19, по-моему. Вот, в общем, поставил 9.2.2.0 и ошибка, то есть та прошивка, которая была изначально, когда телефон пришел, и проблемы этой нету. Давайте проверим. Вот режим без звука. Включаем режим без звука. Теперь включаем наушники. Все. То есть сейчас пошли в наушники звук. И отключаем наушники. Буквально на секунду есть такой джик. Джик, что оно на секунду включился звук и выключился. Вот. То есть нормально перешло в режим без звука опять. Вот. То есть в этом режиме нормально работает. Ну, получается, получается, выбираем либо пряники новых версий, удобные функции, либо вот, вот эту вот ошибку, исправление этой ошибки. Ну, я попробую еще накатить какую-нибудь прошивку более новую без удаления данных. Но, наверное, ошибка не исправится и придется оставаться на этой прошивке, чтобы не было этого глюка.